Добрый день всем, кто зашел на мой канал. Тут вот на днях подумала, что что-то мы давно не ели котлет. Все как-то курицей обходимся, то жарим, то парим. Все, первое я готовлю в основном на курице. И решили мы, пошли в магазин, закупили мясо, вот почти на 2000 рублей. Но много закупили, в общем-то мясо достаточно хорошее, свинину и говядину. Были в двух магазинах, смотрели, где цены пониже. Ну, в общем-то, я считаю, что купили хорошо. Теперь я это мясо все переработаю, отрежу от косточек. Косточки я соберу на первое, там на один или на два раза. А мякоть, из чего-то я порежу, буду делать шашлык, а остальное буду крутить в фарш. Буду его использовать в котлетах и в пельменях. Вот хотела, конечно, это рассказать в основном для молодых девочек, которые, может быть, еще не очень понимают в мясе. Вот смотрите, какой большой кусок мяса. Вот это свинина. 249 рублей килограмм. Но это совсем недорого. Знаете, считаю, что колбаса, которая напичкана непонятно вообще что, стоит по 500-600 рублей килограмм. Там раскусил, укусил и нет. Можно покупать вот такие куски свинины. Ну, можно разрезать пополам, что-то там натереть, чесночком нашпиговать и просто запечь в духовке. Или же вот я буду это делать, резать на шашлык. Вот у свинина вот такая, тоже, по-моему, 249 рублей килограмм. Вот, смотрите, у нее сахарная косточка, она маленькая. Вот она идет прямо вот напротив. Вот. Бывает, что здесь вот косточка входит, а с той стороны она идет как-то там вот, ну, расширяется кость. Поэтому вроде бы с одной стороны здесь мякоть, вот так покажу, здесь мякоть, а перевернете, а там кость идет. Поэтому, когда покупаете, смотрите, чтобы косточка была тоненькая, чтобы это была та часть ноги поросеночка, где еще идет тонкая косточка, где она не утолщается. Вот видите здесь, то есть, в принципе, вот это все обрезается, и вот эта мякоть вся пойдет у меня тоже на котлет. Ну, при желании можно вот так обрезать и порезать вот так вот. Мясо вообще-то режется поперек волокон у нас. Ну, можно так порезать и, ну, типа отбивных каких-то сделать. Так, вот этот вот, это говядина. Пару кусков я купила. Но это точно, только на фарш. Взяла тоже, чтобы, ну, самую низкую по цене. Не помню, по-моему, она около 300 рублей стоила. Но здесь вот маленькая тоже косточка идет. Вот она тоже маленькая такая косточка. Все это обрежется. Вот она косточка идет. Вот здесь. Вот этот вот. Вот, вот так вот так вот. А все остальное это мякоть. То есть попросите продавца всегда перевернуть обязательно мясо на другую сторону. Чтобы не получилось так. Они выкладывают. Здесь маленькая косточка. А потом домой придете, а тут будет вот такая балдашина, что и мясо-то не будет. Одна косточка будет. Так, вот это мясо. Это на первое. Это грудинка. Она вот идет на первое. Из нее очень вкусный бульон. Очень вкусный. А там так и подписано. Грудиночка. Можно у продавца спросить. Они обычно даже советуют, что взять на первое. Вот. Косточка здесь. Ну, вот она идет. Но это тут она всегда такая. Вот. Поэтому, ну, при желании там, если считаете, что это вам много, будет насыщенный бульон, можно вот так вот часть отрезать. Вот эту вот часть отрезать. А вот эту вот оставить на суп. А это тоже пустить в фарш. Так, ну вот это еще кусочек тоже. Он был вот с этими по одной цене, там около 300, 299, по-моему. Здесь вот совсем маленькая косточка идет. Вот она прям вот. Я ее отрежу, ну и просто выброшу, потому что она тут вся мелкая, разрубилась. Промою мясо от мелких косточек. Промывайте лучше, чтобы потом не попало это при еде. Вот. Ну и это вот тоже говядина. Тоже вот это вот по 299 рублей килограмм. Вот косточка здесь тоже небольшая, я считаю, тоже хороший кусок. Вот это все мякоть, все прокрутится, все будет, ну, вкусно будет. Обязательно фарш я делаю всегда из говядины и из свинины вместе. В какой пропорции, я там пропорции не соблюдаю. Что у меня есть, то и прокручиваю. Вот. Кто-то еще добавляет иногда баранину, там
Ну, это, по-моему, на пельмени идет. Три сорта мяса. Я баранину не знаю, никогда не покупала, не готовила. Что-то я помню, что она вроде с каким-то запахом, и так у нее привкус немножко жирный. Но, может быть, плов из нее вкусный, не знаю. Кто знает, тот знает. Можете написать и посоветовать, что и как. Вот все, что показала вам по мясу. И очень я люблю вот из этих вот кусочков грудиночки, вот такой краешки, нет, это не совсем краешек, грудиночка, варить первое. Вот такой небольшой совет по выбору мяса. Обработала все мясо, порезала на шашлык, это в красной миске, в желтой. Из этого мяса буду делать фарш. Вот все обрезала от грудиночки, тоже отрезала небольшой кусок. То есть это у меня пойдет на первое. То есть на первое у меня здесь получилось вот на 3 раза. Сама грудинка, вот эти вот косточки я пообрезала, 2 соединю, и вот из них сварю. Это будет как бы вторая порция супа на большую кастрюлю. И вот здесь вот на 3-ю порцию. Сейчас я мясо для первого набора, для первого, разложу по пакетикам и вот приложу там бумажки с цифрой 1, то есть на первое, чтобы не запутаться, потому что я уже точно знаю, все время ленюсь это делать, но потом тяжело как-то, смотришь, пакет с мясом лежит, непонятно, то ли на первое там, то ли на второе. Это если лежат готовые котлеты или биточки, они у меня лежат в коробочках, то там, конечно, вопросы не возникают. А здесь в морозилке все замораживается, плохо видно. Пока там чуть-чуть подтает, посмотришь, нужно на второе, а там вдруг на первое. Поэтому я решила вот укладывать бумажки с циферкой. Вот в таком виде я их положу в морозилку. И буду доставать по мере необходимости. Мясо, когда я нарезала для фарша, я зачищала от всяких пленок, сухожилий. Жирок там вот попадался. Жирок мы оставляем, тогда котлетки будут более сочные. Вот это вот, здесь только свинина. Это вот был такой большой, вот тот большой кусок по 249 рублей за килограмм. Кстати, заплатила я за этот кусок. Здесь 2 килограмма было, 503 рубля. Ну вот ради интереса потом прокалькулирую, сколько у меня получится порция шашлыка. И во что бы это обошлось, если бы мы покупали это где-то в ресторане или в кафе. Поэтому я сама стараюсь готовить как бы самостоятельно, поскольку я знаю, что я кладу в эти продукты. А потом это более себестоимость продуктов ниже получается. Но самое главное, это, конечно, наше здоровье. Потому что мы знаем, что мы кладем в данный фарш, например. А почитала про пельмени, ну, даже нет ни одного сорта пельменей, которые бы рекомендовали есть. Трансжиры зашкаливают, мало фарша положено, сальмонелла в 2 там каких-то сортах пельменей, вообще ужаснулась. Еще там, забыл, как называется, но, по-моему, это что-то с червячками связано. Но то, что сальмонеллез можно подцепить, покупая продукты в магазине, я вообще просто была в шоке, честно говоря. Все-таки мне как-то хотелось лучше, я всегда думала о производителях. Поэтому наше здоровье в наших руках, и стараемся все приготовить сами. Лучше потратить один вечер и сделать заготовки. Можно на неделю, можно даже и поболее, и кушать нормальную пищу, вкусную, за которую вы будете сами уверены. Мясо для шашлыка мне пришлось убрать в морозилку тоже, потому что сегодня шашлык мы мариновать не будем. Поедем на дачу позже. И шашлык не может долго в уксусе. Мясо не может долго находиться в уксусе. Поэтому я написала буковку «Ш» и в морозилку тоже запихнула. Вот таким образом. Что сегодня я вам рассказала о том, как я обрабатываю мясо, как я его готовлю на будущее. А в следующем видео я постараюсь показать, как я делаю котлетный фарш и замораживаю полуфабрикаты на будущее. Всем до свидания!
хороших дней, здоровья, всего самого лучшего. Подписывайтесь на мой канал.